На омском велотреке собрались 190 сильнейших гиревиков. Первенство России в данном виде спорта Омск принимал во второй раз, но впервые на ядре недавно отстроенного объекта. 29 регионов страны отправили на престижный турнир самых лучших спортсменов-юниоров. И легких побед здесь не ожидает никто. Очень значимые и знаковые соревнования для нас, для Омска, как очень гиревого региона. У нас ребята и чемпионы мира, и чемпионы Европы. Я уж не говорю там про первенство России, про чемпионат России. То есть те традиции, которые у нас в гиревом спорте достигнуты за эти годы, они очень сильны. Очень популярен гиревой спорт. И в муниципальных районах во многих развиваются. Есть секции, есть энтузиасты, которые поддерживают его. И в учебных заведениях, и высшие школы, и среднепрофессионального образования очень много ребят занимается именно этим доступным и в то же время очень таким исконно русским, сибирским видом. За 18-летнюю историю турнира омская команда трижды выигрывала первенство России. В этом году регион представили 30 крепких и амбициозных спортсменов под началом капитана Дмитрия Пугачева, действующего чемпиона Европы и мира. И он, скажем, чуть забегая вперед, поставил два новых российских рекорда в толчке и двоеборье. Омская команда очень сильная команда, как на российском уровне, так и на международном. Но также мы рассчитываем, ну, как и все, как и любые команды, на первые места, но приехали очень серьезные противники, соперники, поэтому будет очень серьезная борьба. Главный конкурент составляют много команд, значит, Томская, Тюменская, Челябинская, также Санкт-Петербург подтянулась, сильная команда стала. И Краснодарский край. Открыл чемпионский набор омской сборной мастер спорта Артем Кислов. Он толкнул две двухпудовые гири 66 раз, установив лучший результат в России. Еще 5 медалей от золота до бронзы принесли Дмитрий Пугачев, Алексей Кулебякин, Осет Сагандыков, Лидия Шаврина и эстафетная сборная. Да, огромный вес имеет, гордость, потому что как бы сильнейший человек в этой своей категории в России. Ну, а как бы до этого тоже по старшим юношам попадал в сборную России. Выезжал на первенство Европы, выиграл там. Следующий шаг какой у тебя? Следующий, ну, вот получается, первенство Европы среди юниоров. Там выполнение как? Мастера спорта международного класса. Но победить хозяевам на родной площадке так и не удалось. Тюменцы обошли омичей на 8 баллов и с результатом 189 очков заняли первое место пьедестала. Заметный вклад в этот триумф внес двукратный чемпион первенства Алексей Рябков. Сложность в том, что это более функциональное упражнение. То есть тут задействованы мышцы спины, забросы, кисти. Как бы контролировать на за техникой следить. То есть буквально пару раз хватит неправильно забросить, что потом могут кисти приплыть, а следовательно уже, если выпадут гири, ну, манда стоп. А здесь упор у меня просто был показать, я 65-70 подъемов, ну, чисто на выигрыш. Как бы можно было и толкнуть, и чуть побольше. После первенства России порядка 20 человек получат право на место в национальной сборной накануне предстоящих международных турниров. Два из них гарантированно обеспечили себе и омские чемпионы.